В Омске была организована перевалочная база международного наркосиндиката «Химпром». Преступное сообщество занималось производством и распространением синтетических наркотиков в России. Производство было налажено в европейской части страны. Уже готовые наркотики доставляли в специально переделанных бензобаках дорогих внедорожников. Кроме Омской области, склады располагались еще в 9 регионах по всей стране, от Ростова до Иркутска. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержали 67 участников группировки. Изъято более 4 тонн готового к употреблению вещества. По приблизительным подсчетам, годовая прибыль синдиката составляла около 2 миллиардов рублей. Сейчас его деятельность пресечена. В настоящее время Следственным департаментом МВД России приняты к производству уголовные дела, возбужденные в отношении задержанных участников группы на территории Московской и Свердловской областей, а также проводится анализ всех уголовных дел, возбужденных в других регионах в отношении участников группировки в целях их объединения в одно производство.